Всем привет, друзья, с вами Коржик Скучно, это Русская Рыбалка 4. И как вы уже догадались с названия этого видео, сегодня будет трэш и садомия. Значит, будем мы сегодня троллить на озере Комариное. Да, да, друзья, дожились. Значит, кто-то скажет, типа, я гоню конкретно, но давайте логически подумаем. Смотрите, друзья, значит, на реке Вьюнок есть лодка? Нету. На озере Старострох есть лодка? Нету. На Белой есть? Нету. На Медвежке есть? Нету. На Янтарном есть? Нету. Потом на Яме есть? Нету. А на Комарином есть почему-то. Значит, как бы, разработчики, так, дождь, ты задолбал уже. Значит, нам разработчики как бы намекают, типа, давай-ка, дружище, три бланка в руки и погнал троллить. Значит, поэтому я предлагаю прикупить билетик на суточки. А, у меня есть, кстати. Чё, зачем-то я буду покупать. Значит, смотрите, друзья, купил я уже. И давайте уже выдвигать. Значит, раннее утро, я думаю, будет самый просто клёв. Значит, садимся. Так, окей. Значит, на вот этом вот корыте мы поедем. Конечно, после архипелага выглядит это все очень печально. Так. Так, я предлагаю запустить траулинговый ход и достать бланки. Бланки я уже подготовил. Значит, я сменил поводки на более тоненькие. Думаю, 7 килограмм на щуку, думаю, хватит. Вот. Приманки у нас будут какие? Ориентировался я вот на рекорды рейтинга, рекорды всего Комариного. И ориентировался я по щуке. Значит, смотрите, в основном на джиг ловят. Но джиг, друзья, с лодки не получится. Не будет падения приманки на дно, потому что ты постоянно находишься на ходу. Вот этой херни я не разобрался, даже не знаю. Ну, короче, мой косяк, я не разобрался. Но вот эту вот херню я узнал, потому что на озере все ловят именно на вот эту вот приманку. Я подумал, нужно зарядиться именно полностью ими. Значит, я их прикупил уже, закинул на них крючки вот эти вот, самые распространенные. И думаю, можно начать уже закидывать. Так, клипсо 15 метров у меня стоит. Здесь тоже стоит. А что я не могу? Да подожди. Подожди, братан. Чё я не могу клипсу? А что такое? Не пойму. А чё я клипсу не могу изменить? Я что, гоню или что? Чё за бред, блин? А, вот, доработало. Так, здесь у меня бальза стояла, я ее ставлю тоже на вот это. Клипсы 15 все стоит, закидываем. Да не туда же, куда же ты кидаешь? Так, включаем троллинговый ход. Поехали. И здесь мы тоже ставим фанки мино. Так, а здесь, наверное, клипсы на обзор. Ну да. Здесь клипсы нету. Так, скорость помотки сразу ставим на 50. А где мы находимся? Значит, будем троллить, наверное, как-то вот так вот, что ли. Не знаю, по ямам. Я хрен его знаю. Ну, сами понимаете. Поближе подтянуть, а то тянуть потом миллион лет придется. Так, ну, опа. Опа, опачи, опача. У нас уже первая поклевка, друзья. При вас, как хорошо. Значит, мы сейчас фарманем баблишко. Да, на Комарином фармить баблишко на троллинг. Это капец. Давай. О, ничего себе, даже с небольшими этими потрескиваниями. Так, кто тут у нас? Щукенцы. Ничего себе. На кило. Неплохо, неплохо, я бы так сказал. Так, ложим. Так, мы никуда еще не врежемся. Вы посмотрите, какая скорость движения на трольном ходе. Гляньте. Буквально пару секунд я уже пол этого Комариного проплыл. Так, здесь надо сразу клипсу поставить. Так, скорость подмотки. Закидос. Так, я не пойму, опять что ли, что клюнуло, или это этот? Блин, не пойму. Так, не пойму, не врежусь. Да вроде нет. Вроде не клюнуло, да? Или клюнуло? Не клюнуло, все окей. Так, у нас дождь, как раз, я думаю, щука должна прям именно четенько кидаться на нее сейчас. Так, нет, блин, вообще, гляньте, я вот где уже. Просто жесть, как быстро. Так, как будем мы с вами троллить-то, а? Так, я предлагаю, наверное, где-то вот сюда вот заход делать, здесь разворот и как-то
так вот, и может быть вот здесь вот делать заворот. Ну блин, это капец как сложно, блин. Быстро очень проходит комариная. Ну да, наверное. Наверное, пора уже разворачиваться, наверное. Или хрен его знает. Так, друзья, ну что, я полностью записывать не буду, конечно же. Буду записывать, когда именно буду... Когда будет... Так, сейчас камыши заеду уже. Когда именно будет что-то дёрбать. Дёрбать когда будет. Тогда буду включаться. Так, друзья, я на связи. Значит, нажимаю просто по приколу букву R нажала, а у меня там уже что-то сидит. Короче, наверное, это окунь. И он даже вообще не показал, что кто-то у меня сидит. Боже мой. Капец. Я предлагаю проверить снасти. Снасти проверить. Нет, нема ничего. Что ее так выгинает? Аля, села уже что-то. Что за бред, блин? Как тут рыбачить? Окушки по 60 грамм. Просто фарм не детский. Так, друзья, сейчас мы... Вот, смотрите, локация называется Ведьмина яма. То есть именно когда вот здесь вот ты троллишь, то в правом нижнем углу появляется типа уведомление, что ты на локации Ведьмина. Что такое? Что это штормит, блин? Локация Ведьмина яма. С берега как бы такого никогда у вас не будет, только когда на лодке. Так, друзья, кстати, очень сильно, опа, почти что клюнуло, видели? Очень сильно отличается цвет воды, он серо-зеленый какой-то, от других локаций, например, там Архипчик, вкусненький, то же самое Кори, белая, там где вода прозрачная, голубая. А здесь она прям зеленая, сильно отличается. А попить кофейка. Ну такое себе, конечно, занятие. Конечно, может мы сейчас какую-нибудь точку найдем, где щука больше клюет. Потому что щука, в принципе, если... Ну, чтоб вы понимали, таких вот где-то штучек 10. Ну, таких вот, которых я словил, вот таких вот по килограмму. То это будет где-то, наверное, монет 50 уже точно. А если словить килограмм на 5, парочку, троечку, ну, конечно, не будет 100 монет, но денежки все равно будут, потому что щука, в принципе, дорогая. Смотря какой клев, конечно, будет. Бывало такое, что на остроге, блин, поднимал по 300 монет в час, чисто на одной щуке. Так, ну ладно, включусь, когда что-то будет интересно. Итак, загнуло у меня удилище. Посмотрим, что там. Блин. Тяжело, друзья, ориентироваться, где ты находишься, потому что... Так, это у нас что? Это ж потрескивает. Окунь, офигеть, окунь. Ух ты, хорошо жил, так сказать. Так, что у нас там? Ничего. Все, включаюсь дальше. Есть рыба, друзья. Есть рыба. Опа, щучка. Даже не зачетно. Братан, что происходит? Ты чё? У нас, друзья, аж прям аж фрикцион трещит, короче. Так, затянем. У нас есть возможность. Блин, наверное, поводочки будут тоненькие, и мне кажется, щука обкусывать будет. Но если отпустит, я сразу поставлю килограмм на 13. Вот она, красотка, а? Емеля, тебя заждался. На 2 килограммчика, да? Красотка какая. Это, друзья, хотел это, вам попросить об одной услуге. Это, у меня на канале сейчас уже 110 подписчиков. Это, я не ожидал, что меня прям будут реально узнавать тут в чате постоянно, где бы ни пришел, все сразу меня узнают там. Это, конечно, круто, но это... И это, просьба у меня к вам, если вы хотите там что-нибудь спросить у меня, это, или там просто сказать, типа там, вау, круто, я тебя узнал, пишите сразу это, типа там, привет, там, можешь дать то-то, то-то, или там, привет, я тебя узнал. Ты там такой-то, там,
урод, например, или там, о, ты красавчик, например. Сразу пишите. Потому что часто я вижу, и ВКонтакте как-то меня находит. Я не понимаю, как меня ВКонтакте находит. Я нигде ссылки на себя не оставлял. Вот сейчас вот, блин, ну я удалил, просто меня уже сразу это... У меня сразу уже просто привычка удалять сообщение. Человек пишет «Ку» или «Привет». И все, и молчит. Что мне? Ну, блин, здороваться. Ну, у меня времени нет. У меня, блин, так весь чат будет забитый, блин. Я так стараюсь, блин, отсортировать, чтобы только самые, ну, самые такие люди, с кем я общаюсь, постоянно были. Опа, опа, у нас поклевочка. Поэтому, если что-то хотите, просто пишите там именно по делу. Привет, там, и что-нибудь спрашивайте, что-нибудь говорите. А не так, что привет и молчите. Мне не хочется просто писать. Опа, здорово, Кушок, кстати. Нормально, нормально. Сейчас баблишко фарманем, вообще четенько будет. Пикеры себе куплю, блин, буду леща ловить. Понятно вам? Все, спасибо, если меня услышали. Продолжаем движение. Друзья, ну клев, в принципе, есть. Я бы так сказал. Так, главное, сейчас не врезаться никуда. Так, смотрите, друзья. Да что ты будешь делать, бля? Прям клюет хорошо, я бы сказал. Ну прям клюет, короче. Так, надо разворачиваться уже. Я понял, что нужно, короче, возле берегов плавать. Туда на громадную яму смысла нету идти. Так. Да что ты будешь делать? Я так и знал, что я же врежусь. Ладно, друзья, покажу. Смотрите, друзья, за 19 минут, в принципе, 18 хвостов. Ну круто же. Продолжаем движение. Как вы видите, клёв все-таки есть и не кислый, я бы так сказал. Друзья, что-то крупное, блин. Так, достану я или нет? В принципе, достать должен. Сейчас мы, друзья, еще фарманем реально баблица, если сейчас это не отпустит, конечно. Блин, я не знаю, что за ней разворачиваться или и достану. Ну ладно, тут, в принципе, не то, чтобы сложно разворачиваться. Далеко вернее. Так. Ну на какой-то, блин, слабый сна. На слабый, блин, эти я, блин, сейчас напрягался бы. Так, что ты у нас здесь? Штучка, хорош. 2600. 2600. Хорош, хорош. Да, да. Клёв есть. Я заметил, что вот где-то вот здесь вот есть щука. Поэтому будем, наверное, пробовать как-то вот это перешеек, короче, троллить вот так вот. Видите, я уже прям шарю, короче, куда, что это. Ну, короче, где троллить на комаринам, я уже шарю, блин. Я буду этим, блин, снимать точки на комарином, троллить на комарином, и я стану этим. Как его? Сейчас, подожди. Статистика, достижение, награды. О, я почетный рыболов, кстати, если что. Так, продолжаем движение, друзья. Ловим щуку на тролли. Друзья, словил окуня, не знаю, может, вдруг трофейный, на всякий случай включу запись. Да, конечно, 22 раза трофея. Ой-ой-ой, куда я закинул? Я жопа, блин, я просто жопа, короче. Я не знаю, блин, тут не успел оглянуться, ты уже, я уже в заводе какой-то. Сейчас тут разобьюсь нахрен просто, понимаете? Ох, 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 а кто это у нас трещит? Так, подожди, положи вот это. Подожди, а, это третий план. Опа, надо, видите, прям... Все при вас, все как вы любите. Это же рыба. Так, что-то она какая-то непонятная, если честно. На щуку не похоже. Или щука. Блин, ну не знаю. Вау, вау, вау. Какая-то бурная щука. Да, это щука, но она какая-то борзая какая-то, глянь на нее. И там что-то клюнуло. Опача, друзья, я новую точку нашел.
3300. Это 3300. Это тебе не 2600, а 3300. Да? И тоже что крупненько сидит. И тоже с треском. Так, мне эта заводь понравилась, если честно. Слушай, да блин, у тебя серьезно, мы сейчас бабла фарманем нормально так. Поднимем чуть-чуть капусточки. Чуть-чуть совсем капусточки поднимем. Вот здесь, короче, все это происходило, вот здесь вот. Ну, не знаю. Мне кажется, но мы сейчас даже чуть-чуть баблишко и поднимем. Поэтому я продолжаю. Это жесть, друзья, это просто жесть. Это я не успел отплыть, опять трески. Опять трещит. Прям на максимуме. У меня просто не сбалансировано, у меня поводок хуже трекциона, поэтому я не могу даже затягивать до 20. Ну, до 20 максимум, видите, уже в красном. Так, надо остановить, наверное, блодку, потому что я как бы долго тянуть ее. Но я вообще, в принципе, я очень сильно рискую, потому что у меня поводки по 6,8 килограмм, по-моему. Откусить она может просто на изи джеты. Я не знаю, как до сих пор при вас она не откусила еще, я просто не знаю. Бля, какая здоровая. 3 килограмма, друзья. 3 килограмма. Это, блин, это серьезно? Это серьезно это? Серьезная заявка на фарм. Это серьезная заявка на то, что мы сегодня пофармим с вами. Решил, хотел пофаниться, а, блин, нормально бабло идет. Так, продолжаем движение. Значит, буду я где-то до 11 ловить, и уже будем сходить на берег тогда. Еще один круг сделаю, и, наверное, уже будем сходить. Очередная поклевочка, и опять в том же месте, где я вам уже ездил, показывал. Так, я сейчас просто не могу ничего сделать, потому что я сейчас врежусь. Бревно не трогаем, я еще не трогаю. Отлично. Так, и что у нас тут имеется? В принципе. Опять щукенцы. И отличная, зачетная. Прям, ну, друзья, ну реально шикардосян. Значит, если это, у вас нету трех бланков, то в принципе можете где-то вот здесь, возле палатки, становиться и пробрасывать вот эту заводь. Значит, я последний раз еду сюда, вот так вот, и возвращаюсь на базу, короче. Почему я возвращаюсь на базу? Потому что ночью клевать не будет. Ну, это просто все знают, что хищная рыба ночью не клюет. Поэтому не вижу смысла кататься здесь ночью. Вот. И поэтому, ну, как бы, типа того. Это, друзья, если вы сейчас смотрите еще это видео, скажите, вам звук нормальный, хороший или хероборы на собачьи? Ну, как вам, нормально или нет? Нету перегрузов? Знаете, типа как вот так, типа такого звука, типа так, или там такого. Друзья, щуки немерено, просто завалить. Уху можно наварить, похавать. Кстати, да, можно было бы уху по... Нет, нахрен она нужна. Будем деньги собирать. Деньги это лучше, чем уха. Можно купить себе покушать что-нибудь другое. Ну, друзья, пишите про звук, а я еду дальше. Очередная рыба, и опять в этой же вот этой вот заводе. Так что, в принципе, две точки я проловил. Шикарных. И опять щукенцы. А, ну маленькая. А что трещал фрикцион тогда, не пойму. Че? Странно, если честно, странно. Все, добиваем вот этот, вот так вот, вот добиваем. Сюда, ну еще, я просто мне понравилось это место, и на базу. Итак, последняя, друзья, наша поклевка на сегодня. И мы валим на базу. Поклевочка хорошая. Что-то клюнуло. И это опять такие щука. Значит, друзья, щука, в принципе, на комарином есть. Все, я включаю мега быстрый ход. Так. Опа. Отлично. А тут мне не показалось, что дырка вот здесь вот, а? Ля, аж трава, блин, про это. Вот здесь вот дырка, не? Она не пробита здесь. Там, вот видите, дырка есть. Вот, и тут вот она.
Да. Острова растет. Острова пробила. Ладно, все, шуточки чуть-чуть свои. Давайте посмотрим, сколько мы баблишка срубили. Итак, рыбный рынок. Значит, ловили мы сколько? 40 минут. Ну, да, 40 минут. Ну, 45 пусть будет. Выделяем. О, господи, 63 монеты. Ну, такое, такое. Такое себе по цене надо отсортировать. Не, ну, в принципе, ляньте, 3 килограмма 16 монет. Таких бы штучек 5 уже, блядь, ой, извините, 100 монет было бы, блин. По фану, это, там у меня группа есть, это, я закреплен в комментарии, если не забуду, оставлю ссылку, там я точками делюсь, и, ну, подписчики мои, это, так что подписывайтесь, если это хотите. По приколу сейчас это, F12, заскриню сборку, ну, короче, пост выложу, поняли, это, так, прям при вас это все сделаю, F12, это, и, короче, сейчас карту нарисую еще тоже. Только я через, ну, через программку такую интересную. Вы, наверное, не увидите сейчас, что я делаю. Это, покажу маршрут, короче, как я троллил, типа. Вот, сейчас, вот так вот, типа, как-то вот так вот, вот. Вот так, оп. Друзья, ну, извините, если не увидите это. Ну, вы, наверное, не увидите, ну, ладно. Вот. Короче, 63 монеты получилось. Ну, такое себе. Ну, по приколу, блин, нормально. Мне настроение поднялось, если честно. Ну, как бы можно еще подождать этих. Но кушков нету столько у меня. Это. Бывает, у чука, я знаю, бывает. Можно подождать и продать. Это. Поэтому что я скажу? Лучше всего, конечно, стать возле палатки вот здесь вот. И пробраться вот это вот место. Именно на вот это вот, на вот эту вот приманку. Это. Типа, ну, так вот, короче, кидаешь, типа, да, так вот делаешь, короче, там скорость где-то там 35, например, покрутил-покрутил, остановился, покрутил-покрутил, остановился, потому что, типа, она, короче, ну, поверхностная ножи, это приманка, и она всплывает, и как бы раз ее вниз немножко, она всплыла, ты ее раз немножко, она всплыла, то есть, типа, джиггинг, только наоборот, вот. Ну, что, короче, пофаниться, это, извините, это ко мне звонит. Пофаниться, в принципе, можно это. Даже если повезет, и пофармить можно. Это. Новичкам лучше, конечно, в проброс вот здесь вот. И вот здесь вот хорошо ушло. Все, друзья, подписывайтесь на канал. Это я ссылку на контакт оставлю. Это. Все, всем пока. Надеюсь, вам понравилось. Посмеялись. И пока, пока, пока.